А в целях повышения осведомленности и разъяснения сути проводимых масштабных реформ в Каракалпакстане, согласно медиаплану Комитета Сената Али-Маджлиса по вопросам развития региона Приоралья, Министерство культуры запустило проект «Авторалли. Караван культуры» по маршруту Ташкент-Арал. С подробностями наш корреспондент. Сегодня стартовала авторалли «Ташкент-Арал». Точка старта – Министерство культуры. Маршрут предстоит не из легких. Машины, предназначенные для езды по бездорожью, готовы бросить вызов пескам Аралкума. Совместный караван пройдет через жемчужины Востока, Самарканд и Бухару, минует Нукус и направится прямо к Аральскому морю. В авторалли участвуют предприниматели и представители СМИ. Главная цель – донести до широкой общественности позитивные изменения в решении экологических проблем Аральского моря. Символично, что сотрудникам Государственного комитета по лесному хозяйству были вручены семена растений для того, чтобы и участники авторалли внесли свою лепту в озеленение Приоралья. По планам в районе Иликала пройдет фотосессия «Этно-Арал». Наряды к событию изготовлены испанскими и отечественными дизайнерами, которые постарались передать весь колорит национального стиля. Узбекистан – это такая огромная страна, о которой можно узнавать все больше и больше. И вот организовалось такое интересное путешествие, куда включается не только туризм, но меня пригласили в качестве дизайнера представить свою новую коллекцию, где в каждом городе мы будем делать фотосессию. Фотосессия коллекции, вдохновленная Узбекистаном. По задумке организаторов авторалли, караван культуры со временем охватит и другие регионы страны.